Бери право. Без таймера, вы все равно его нахуй никуда не кидаете, не соблюдаете. Можно? Я застрял. Ну так пошла с экрана. Беги, малышка, беги! Забежал. Не, ну это просто вакханалия, типа, да когда все вместе стоят, там непонятно, лужа, не лужа, блять, она падает, не падает. Сам и так камеру пытался повернуть. Да это пизда там, нахуй, летаешь просто, прибегаешь, опять улетел. Плохо жить оправдание, когда ретрика не обогнал. Хорошо, хорошо. Бля, еще раз. Пацаны, иди курите. Ухудшайте оправдание, когда ретрика не обогнал, он тебе сказал. Идите курите. Курите, идите. Ну да. Было по факту. Было в веке в Наксе обогнал, так что давно молчите там. 7 минут у вас. По факту. Писать какать и чай сделать. Не, ну, когда у тебя не уничтожение 50% крит, ну, извините, тут... Больше нечего сказать. Так, стойте, это, кому шмот надо, не уходите, парни. Запы надо кому-то? Вот запы, ханты ретрики. Да, если надо, давайте. Так, все, только Виви, окей. Пушка 239-я там. Не, мне тогда не надо, я думал, там она уже никому не надо. Она будет хуже, чем с Везакса десятки с скрытым хостом. Конечно. На хули пал. Конечно. Если кому-то надо, они вообще вот просто быстро отдам. Блин, вообще кому-то надо. Не знаю. Вон у чувака там 213-я хуйня была. Все, никого не надо, оставлю там. Чё там во втором сундуке? Чисто тут, ну, надо кому-то. Давайте быстрее, а то я это покурить тоже хочу. Я увидел, окей, дам. Никому. Вот этот чест кому-то надо, воин охотник Шумон. Ты на чест Т8 или на чест это кольчужный? На Т8. Окей. Смотри. Куда? Вот здесь, блядь, просят люди. Кто просит? Чё просит? А чё просит? Да, показать.
Какого босса надо? А ты отдал дробяшку, да, уже? Ну, ДЦ-шки отдал, да. Да, да, все. Я ж вижу, что у меня хуже. Это работало вообще? 52к, блядь. Пусть. Получается, сколько? 6 раз за бой, блядь. Просыпаемся по чуть-чуть. Да здесь я есть. Пойдем трэш бить. Тут же веселится. Намеренно убивайте. Вы уйдите куда-то, я не знаю, на лестницу. Весь рейд просто под ногами стоит. Ну я хуй знаю, ну типа. Петя, не пишите. Суманите как добьете.
Идеально. Вином тигре лохнусь, то мне что-то вот потязнет, все нормально уже. Нравится, много вон кого возьмешь. Как ты назвал? Трука послышалось. В хэме же бьем все. Да. Один трай. Оба сильно. Расстановку делаем, да? Да, я сказал уже, в отказе. Ребафнуть? Сколько там раньше надо будет прописать? 12. А сколько миликов у нас? Ой, бля, 8. Ну, тогда... Сыграем их, отдаем двоих. Ну как, там, в принципе, если нормально стоять и не линковаться с танком, то там, в принципе, хватает. 4, но не ваншотит. Ну, уже под конец может сваншотить. Пойдем. Что, погнали? Кулак. Сенрайз. Кулак, дайте. По ДК. Сенрайз. Нет. Все нравится? Звездочку в МК возьми. Да, ну хоть кого-нибудь. Стоп, возьми в МК. Стойте. ДПС. Стойте. Стопните ДПС. Ты тут? Все, есть в МК, есть. Отойдите все к обходу. Кроме Тризода. Ты можешь метки ставить, Тризод? Хуй знает. Не, не могу. Сейчас рывохнусь. Давай. Пока по комнате иду я, Виномчик, все Локи и Хант. И по хилам я и Шармагончик. Остальные все на арене. Так, вставай тут. Кама, иди в кружок.
Какой мне лучше пала взять? Чё? Да, обычно всегда пал идет в тоннет. Хули пал и эршам, да. Вот, пал. А, протопал, ну да, протопал. Да там похуй, на самом деле, там трэш. Да, лак. Уже, наверное. Уйди, а, это приступ, окей. Я вот тут поставлю. А ну это... Кто-нибудь в кружочек встаньте? Один. Один. Войд, это иди, Войд, иди. Один. Уйди, давай. Пожалуйста, с рейнджа. Слушай, уйди, уйди. Чё, все как... знают, да, как с молнии выбегать? Подожди пока. Ну, пока расстановка, что не объяснить. Все, вот, вот она. Значит, в кружочке стоит я, Рука. Шамагончик, Лекс, Лекса и Санрайз. Егор и Бармалюга. Вы должны стоять один в квадрате, второй в луне. Два танка стоит ровно в звездочке. Дальше распределяйтесь 3-4 человека. По милликам. 3 ДКшника и Кама в ромбик. Остальные милики в треугольник. Встаньте по меткам, как честно означаю. 3 ДКшника и Кама в ромбик. Остальные в треугольник милики. Эти рыцари меня убить решили, блять. Нет, у тебя есть фейнт. Да я знаю, да. А, так, а я... Трезот, у меня ромбик красный. Не может быть у тебя ромбик красный. Ну я тебе объясняю сейчас. У тебя красное это, потому что у тебя уже в кружочке много. А, все, точно, окей. Да. Так, ладно, и вы не можете сами распределиться, да? Угу. Давайте, в луну идет Бабавар, Ксен, луну. В квадрат сильно, найс. Пока что так, в не, крестик. Не, Шаман, Бармалюга там тоже. Да, это и я знаю. В крестик Фобос, Демон и Лок. Кто еще остался? Виви. Так, и что у нас? Еще 3 трилока остались. И вот теперь Джоки в крестик, Секонд Шпок в квадратик. Еще есть кто-то без своей метки РДД? РДДшники, без своей метки есть кто-то? Никого, все, отлично. 3 ДКшника и Рога в ромбик. Остальные милики в треугольнике. Подожди, Баблдин в трусы иди. Они сейчас вообще здесь? Чё он стоит там? Да, я здесь. Ну, не знаю. ДКшник а тут? Чё? Все, все тут. Сенрайз, я дал тебе ассиста. Ставишь метку на моба, которого ты в МК берешь, чтобы его не убили. Да я тут останусь. Я поставлю шмот метку. Окей, хорошо. Все, снимайте МК, убивайте молнию. Так, погоди, все ну, выкупают, как выбегать с этой молнии, чтобы сейчас не было. Убивали окей, уже давайте босса. Сейчас сообъясню. Возьми МК еще. Быстренько. Ну, Хан, допустим, может, мне кажется, не знать. Смотрите, вот звездочка, видите, в квадратике? Все следим внимательно. То есть... Цепь идет вот в этот столб. Она цепь цепляет тот столб и тот столб. То есть вам надо уйти от этой цепи вот так тут. Не цепляя другой кемп. То есть по диагонали.
не близко к крестику там или к луне, вот, а ровно по диагонали от этого крестика 12 метров. Печеньки мы не двигаемся. В печеньке никто не двигается. Милики, вы можете к балкону отходить, но оно так, чтобы не цеплять друг друга. То есть вот так. То есть, на первых двух можете не отбегать, можете бить. Да, пока у вас есть Гера, вы стоите, дамажите, не двигаетесь. Да, Гера прошла, уже начинаете двигаться. Все, отпускай. Не мите АФК, пожалуйста, Схончик и Зундас. Все в центр сейчас. Эти метки на вторую фазу. Все, кого отправили в туннель, идите в туннель. Остальные в центр. Прислужника убили? Туннель лево. Иди дальше сразу. Там моб забагался. Вот, разбагался. Туннель право. Право. Туннель право. Прислужник. Пробудители. Влево. Защита. Быстрее залейте, алло. Чем или встали сейчас? Разверни. Мили. Ну, у нас еще, ну, ни одного не вышло. Так у нас, блядь, урона не хватает, и что, я не помню. Не все зашли, думаю, я сказал, что ли, да. Демон, а чё ты тут? Забей. О, вышел. Подождите, может, спять. Идите, ну чё, не успевать вообще? Не. У вас минута. Да мы ещё внизу. Поднимайся. Контроль. Убейся, стан дали. Понял. Лейте. Захильте моба. И второго, давай, быстро. А вы не заливайте быстрее. Сразу же этого большого лучше бейте и все. Бьем. И сразу же на тапках бегите. Ложимся? Да, но не успеет. Падаем. Ну, запустите. А стой, это Шудар его мили-атаку успел? Вроде... Или эти жалкие, я бы сказал, нави. Звездочку. Не, все. Не успел. Все, давайте, падайте. Диван, дай? Шамана, блядь. Диван, да? Они все прошли, кому я сказал. Не все прошли. Не вставайте, вас масс резнут. Кто не пошел? Вот кто остался сейчас я на Я сказал, рейнер, все локи идут. Ты с четвертой пати вообще никому не сказал идти? Да. Все локи и хант вроде он сказал. Все локи и хант. Так это мало. Возьми с собой мага и лема одного. Теперь понятно, что мало, если не пошел чувак. У нас с это милликов много очень. То есть... Жестких милликов, прошу подметить. Жестких. А кто не пошел-то? Вроде все вот пошли. Бэби Варл не пошел. Или давайте, нет, кто-то не пошел. Почему он с вами Бэби Варл был? Пошел. Да, Бэби Варл пошел. Один лорд не был. Чао бомбино, Бэби Варл. Раснете? Да. Уже шкомбас.
Все луки с вами были, если что. Масрез, Бармалюга, ну, блядь. Чё ты резаешь точечно? Да он, это, в командировке был, он забыл. Он, точнее, не Ой. Знает, что тут гильдия 25. Блядь, ну, Ксен, ты, а, всё, Ксен-то хотя бы шарит. Ага. Там мобы убили. А шабу стреляет. Отойдите оттуда. Тотемы надо убирать потом. Вставай, вставай. Рыбу поставь его. Сейчас ставлю. Че, двоих суммонить надо? Не троих там. Пойти. Еще раз, ну, все локи. Один хан. Я сюда пойду. Сильно. И Кира пускай тоже идет. Дайте шкаф. Там двух локов нету, самонуть надо. Да ты достал, Кира, блядь. Ну что хватит уже это. Ну чё мы тебя должны ждать ради твоих 3% крита? Я никуда не иду. Я попросил, чтобы других суманули. Но ты только что жал, блядь, ну, да. свою ТП-ху, но я ж видел. Так, блядь, все равно сумонили и тех двоих, какая разница. Ой, блядь. Нахуй эти 3% крита, ну, сейчас. Завтра закончится. Потому что завтра они уже закончатся. И чё? Пласки перебейте все. Бэби Варл. Бэби. Виновщик, пошли. Как ты на него сказал, Трезот? Бэби... Как? На кого? На Бэби Варла. Я чё, помню? МК, а новый МК не надо. Ты шо, пьяный сегодня или шо? Кто? Ты. Он пьяный по жизни, забей. Я помню вас. Это было в горах. Но вы... Когда я пьяный, я 1.18 на Зевс играю. Давай в контроль. Не бейте. Ты налево. Этого бейте. Тут сразу два припали. Право туннель. Право. Ой. Блять, вы можете не озвучивать ничего? Пожалуйста. Да не бейте, алло, не бейте. Влево. Туннель лево, туннель лево. Вы видите метку, блять? Если на мобе метка, ее бить не надо. Мили все стали сейчас. Моба тоже прохиливать хилы. Это долго, ёбаный в рот. Контроль спадет, не бейте. А у вас вешает кто такое там, не? Не бейте, моба. Друид, блядь, вижу, въебашу. Блядь, ну нахуя вы его убить? Я не понимаю. Что жить, я быстрее. Ой, блядь.
Завоеватель. Костыр, видишь, шаман. Пурши и касту. Добейте. Бег, да? Нормально. Приготовились. Дальше. Зато убиваем. Убираю спектр. Спектр убираю. Пометка. Завоевателя старика. Без метки убить. Без метки убить. Все, моментально. Там стоп бьет. Контроль. Ты вот сейчас. Босс! Все босса. Возьмите! Поставьте метку. Велики на Макса. Милики хуёво стоит. Станьте в Петерзода все, как он стоит. Кама. Да-да. Ты череду можешь? Да-да. Ага. Анвак. Там чайнватик кэзэт. Сена, ресайте. Сена, поднимите. Почему босс двигается вперед постоянно? Прекрасно, не заклеивайся сейчас, маба. Инер, Алина Санда. Есть стач, шаман? У тебя должен быть. Егор не мог хилить, понял. Егора есть ресайт? Да, нет. Есть. СПР. СПР. У него нет СПР. У него нет СПР. А. СС, дайте по танкам. Блять, отходите вы! Не, у него не здесь пойдет. Прикат. Бить. Дал сопру. Стойте мобом в центре, пожалуйста, кто контролит. Он не достает больше. Дай массакр. Я дал бомжей как сейв. Забирай. Дай забирай. Фуай по каплю. Ебать, она меня мили атакой ударила еще. Кончено. Так, окей. Веномчику дай каплю. Бам где прожал. Не надо было. Ладно. Сука. Бейте пока, бейте. Отходите, кайтите. Отходите от цепной сейчас. От цепной отходите. По Void сейф. Ну Void таунт, блять. Есть у тебя СС? Был, да? Да. Хил танков. Не мая. Стамину лапа. Void, жми что-нибудь. Сальву по себе дай. КД уже. Забирай веномчик и прожмись. Стамину по веномчику дайте. Упал. Дай бабл. Бабл таун дайте кто-нибудь. Бабл таун кайтите. Ну, затаунтите к стена. Таунтите его и кайтите просто. Хуёво просто, блядь, стояли и все. Ну, то сейчас убьем. Тут, блядь, бить нечего. Очень глупые смерти. Я не знаю. ДЦшник, ты диспелишь? Вот хоть раз жмешь маз диспелта, когда нужно, типа, ново. Два диспела у ДЦ. Четко, просто четко. Пр-
просто дать маз деспау надо. Когда нова на людях. Босс еще постоянно двигался вперед. В чем проблема танки встать четко в один фрейм друг с другом и оттуда ретаунтить? Босс два или три раза двигался вперед. Из-за этого мы ленковались с вами и милики падали от цеповухи. Четко, танк, который пулит, это БДК, он становится в череп, когда спускается. У него в таргете торим, и он просто тыкает таун, тыкает, 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 босс приземляется, он идет к черепу. Ты разворачиваешься и бэк-педалишь в звездочку, встал в звездочку, все, стоишь, протопал, подходит в звездочку. И все. Он не успел добежать, наверное, просто. Но он не знал, что надо в череп бежать. А уже ж он убивал. Не, который... он знал, он знал. Ну, блядь, не был поставлен босс изначально просто. Шо, у кого СС есть, Локи? На Веномчика секонд шпок дай. Еще есть? У Ксена есть. У Ксена есть? Да. Вижу. Ксен, дай по Войду. Это если что, я просто не добежал, там же на ботинках пошли спорили. Ага. Окей. Я даже сказал, приготовься. А, ну если будешь не успевать, скажи, я сразу затаунчу звезде. Хорошо. ХП босса даже, ну, не геровская. Че, поехали? Все готовы, да, пошли. Звездочку не бить. Право, да. Мили все. Не кидай эту тарелку, пожалуйста. И если кастер. Да не бейте вы его, алло. Захильте. Вы ж видите, звездочка. Вы слепые все, вот. Блядь, что там не получается? Они бьют метку, блядь. Которую контролить надо.
все внимательно, по меткам все старые. Гномчик сам спустишь мусор. Понял? Да. Ты поставишь, как Трезор сказал. Только мили атакой. Вот этих уб... Мобов, мобов, мобов. Пулишь? Все мобов пока убейте сначала. Залейте трэш. На Макса. Масхончик, метка это значит в метку прям ставить. Прямо вот в метку. Спасибо. Диспел. Или киномакс рейндж. Комбики в кругу. Вы же можете еще отойти на... Понял. Бармалюга есть статья? Нет, у него реса я бы... Егор, реса бы хила. Ребавьте его. Ребав, дайте по хилу. Диспел. Слушай, 7к слетает. Мас, диспел не надо давать. В мили не надо диспелить просто. Только в ВРДД зоне диспел. Диспел. Вы можете еще стоять, это первый стак. Блять. Че вы не слушаете, что вам говорят, а? Это уже четвертый. Четвертый? Мой бед. Да. Меня не показывает вообще стак. Точнее, мне показывает один. Сейчас пятый. Понял, все, молчу. Нет, и мой косяк. Sorry. Контроль, void. Контроль. Сука, воет. Диспел. Ист шипеш. В метку ровно. Контроль. Отходите, крест. Фейс, блять, а ты куда побежал? Лай, готовься. А, жить хочу. Тихо, диспел. Лай, готовься, первый сам. Ой, я закрыл. Кап. Мобов контроль возьми. Охуеть. Это кто-то близко стоял из миликов, и этот через танков пошел. Могу поздравить. Войд, вставай, вставай, Войд. Баф, Войда. Бабодин, готов это каплю по Войду. Давай каплю в Войду. Прям сейчас. Бабу жми лучше, ладно. Не, он живет нормально. Войд, дай массакру. ТД мне не давал уже. Я дал. Войд, да. таун, Войд. Кто-то на меня переагрил. ДЦ, дай зубы по веномчику. СП, ресни Войда. Баф Войда, быстрее. Веномчик, жми что-нибудь. Войд, таун. 50 на 50, да. Мана надо. Дайте каплю сейчас. Алисан, дай каплю быстрее. И мои я массакры. Дал веномчику, я дал тоже. Четко. Бейте босса. Сейчас нет, это... Я в мили стану. Сейчас. Зандас, еби, блядь. Войд. Вот, жмешь таунт и сальву себе. Быстро. Сальва не волну, ладно. Сальва не было раньше. Ну, я понял. Я ж не знаю, что у вас уже в КД, что нет. Я не на паладине. Вот, Кама, походу это да, ты... Да, я знаю, я вижу, где он. Ну, так как бы... Понимаешь, да, череду, кто череду, нас да. убил? Понимаешь, да, блядь? Я череду. Сразу сказал, что это я. Ой, блядь, ладно. Вы должны победить. Мой труп. Убили их, и хорошо, что убили.
Да, босс норм стоял. О, и сейчас он не двигался. Масс-рез. Нажмите. Не, ну ты резать, понимаешь, точно? Если бы по ХП в гере, мы сейчас в берсу уперлись. Так, чё там? Бля, ну конечно, где? Где башка? Нет башки. Добрый вечер. Пошёл. Не, кстати, ХП было в гере. В смысле? Не 25 лямов было. Это в гере. В обычке 20. Смотри, он стоял. Смотри, как... Когда исчезает сив, то есть, когда мы не успеваем в таймер, у него уменьшается ХП. А тут у него было ХП столько же, сколько и было в хэме. Разве уменьшаться должно? Да. Да. 30%. Не 30 лямов? Когда сив улетает, ладно. ХП у него уменьшается. Окей. Я что-то думал, не 30 лямов. Башка от вас. Кому-то надо это? Оф, окей. Там рофл в том, что когда мы били бабычки, у него ХП не уменьшились, как должны были вот быть. Да, вот в том-то и дело, что ХП, но не уменьшилось в обычке. Прикольчик. А это не сейчас, там башка за 1400 ОД продается. Ну, окей, тогда я ему отдам, чё. Может, это ХМ был без сифр? Кольцо. Не, может, кто-то просто не видел, типа то, что добавили, мало ли. Ну погнали трэш бить, чё? Пойдём трэш бить. Вытащите большого. Бывает мелких собери. А, арбалет, это нужен каунт? Хант вижу. Там как-то не сдохните, я бегу просто еще в коридоре. Зандас, у тебя есть арбалет? Не, это без дырки, фиговый. А, все понял. А ты говоришь пожарник, типа легкий, то сейчас тоже на пожарнике нам будет попотеть. А там будет пиздец из-за того, что типа хилить много надо будет. А я, ну, не уверен тут в некоторых людях, что они ещё не прохилят. Просто... А дело не в хиле, я тебе отвечаю. Да в хиле, потому да что, смотри, на минах тоже подохнут. Да, блядь, нахуй ебалом будут лежать в. Давайте. Нет, в любом случае, слышь, это демайс, 6 хилов, но надо пробовать, потому что ХП будет, так как в обычке, у нас ДПС будет за глаза. И лучше ну, пробовать. Ну, на все. Пожарника вообще пойдет Эльдар. Ну, а, да, Эльдар. Сначала я хочу посмотреть, что вы будете делать, потому что просто так звать его я не буду. Ходить, чтобы он пришел и увидел, как вы нахуй ебал, он пол лежит, я не хочу. Он расформирует третий станик, в принципе. Нихуя! Чего? Что такое? Не, если он расформирует, я себя объявляю неудачником, потому что я был четвертым, рулил, его почти не стало, сейчас третий развалится, ну его нахер. Так, успели он развалится, сильные ребята, собрание, блядь. Блядь, вы че, ну? Ну, собрание, блядь, убили с первого пула, а тут, блядь, на пожарника, не знаете, обосрётесь, не гоните. Я его взрастил, блядь, а тут... Пацаны натренированные, блядь, вон я умер, нахуй. Пацаны, он на трэше, блядь, взрослый, нахуй. Ты его взрастил, ты его и похоронил, гамма. За слова поебал, удали мне. На то время, блядь. Так, виновчик, мне не нравится, блядь, что трэш постоянно не набегает. На пул, на пул ФК просто пацаны думают, можно сразу бить. Вы Егорыч. Фобос. Ты как бы. Я отдыхаю на базе. Как бы и с ним все равно бы срывали. Что ты сделаешь? Отдыхаешь на базе? Ну меня просто убило, моб меня плюнул. Ты меня не напрягаешь. А мисс директор включаешь? Еще раз? Мисс директор.
У тебя работает кнопочка? Три направления. А хули у ханта на полтри секунды, блядь? Ничего, что он лучше, чем у Роги. Ничего, что он это самый лучший на пол вообще. Ну хоть, ну. Что там за дальше? Да, все зависит от напульщика. Как на пуле, смотря чем он бить будет. Ну да, если автоатакой. Чем не бить, да. Не, если автоатакой напуливать, то до сраги такой на пул. Ну да. Ну автоатака. Я видел хантов, которые, блядь, напуливали, ага. На ногу. И че? Автоатакой напуливал, сам, блядь. Как автоатака может запуливать? Он полчаса напуливает. Он давал там, блядь, ну, блядь, верный выстрел, наверное, кастовал, блядь. И что-то на... и просто стрелял я вот с рук. А. С руки стрелял, понял, блядь? Да. И на пол получился. Блядь, ну таких еще надо поискать. Я думаю, в чем же дело, блядь, в чем же дело, ну? Кто это был? Да, на Вармане его здесь нет. Хант один был. Там загадочные ханты были, потом Бург вообще типа сказал, что этот хант мудак наш, короче. А когда ты диспелишь вот эту парашу, умирает тот человек, который диспельнул, или на ком был? Никто не умирает, блять, ну никто сейчас не умер. Не? Ну ладно. А здесь же должны быть... А, нет, на дереве, ёпси. Че, лучишь, что ли? Да, я же, блять. Чик, да, урон а вроде должен быть. Как Фрей выглядит? Без ботов, типа? Если хэм-мода не работает? Нет. Ну, это по идее у нее будет сейчас 5 лямов. Мы ж били. Ну да. Ну и ХП просто не увеличивается, да? О, под геры заливаем. Не работает, просто не, только ХП. Она будет все. Отхиливаться, типа, да. Не, ну оставим ХП одного, в смысле, последнего. Да. Ачивку полутаем, скажем, что мы крутые. Не-не, оставлять никого не будем. Я умер. Просто начнем бить. Не, ну, Геру давать нельзя, типа. Не, Геры не будет. Хотя, просто слышь, ты, пока обычно. Ты будешь объяснять тактику там уже, откадышится Гера. Ну, первый трай для пробы, а второй для убивания, по-любому. Угу. Это вы прошли пожарника? Ага. Да. Ну, да. Ну, пожарника с первого пола, типа, будет тяжело. По факту. По факту, да? Блять, один Егор молодец, нахуй. Всем, блядь, огромный минус, кто умеет резать, нахуй. Огромный? Да, дайте бафы. Бафы. Обновляйте бафы все. Рыба, кстати, рыба. Дайте баф, лапа, обновляйте интеллект. Да не рыба, суманите, приста, суманите. Кого? Блядь, где приз вообще? Приз он тут? Отходил, он мне написал. Окей. А то сейчас заходит сосед. Да, я уже да слышал, я? Как они разгоняли. Уже хуй на стол подняли. Уже в трусы полезли, блядь. Так, сейчас, блядь. Сейчас мы ему нахуй устроим, блядь. Так, блядь. Я очень добрый человек, я никого не хуй слушаю. Угу. Скажи это, блядь, Кирасмеля, блядь, которая посидела, блядь. Так, она что-то киберспортсменка, нахуй. По зарабатыванию хуя. Сейчас, блядь, тебе Кира, блядь, приедет, пизды даст нам. Еще куда-то ехать. Единственное, я не понимаю, Трезот, нахуя ты сказал, тут два танка надо? Ну, потому что БДК тут сложно в соло. Ой, просто помогай танчить ему. Мили, 100 вместе да, с конечно. Все. На Кама задаст водяной. Не сейчас, Трезот газовой. Все. Големы. Джоки Масхончик первый. Секонд Чпок, Баба Варл второй. Каст топаем, с чей выходим. Там это скажешь, когда сакру надо будет дать, если сложно. Да, будет. На второй я первый дам. Ага. Пуль дамчик. На первых маленьких дам Эма на огонь. Ну, 5 лямов. На вторых дам Джей.
Только големов бросайте. Один до... Кого я назначил? Разошлись, блядь. Чё... Мили, встаньте. Мили, встаньте. Мили, 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 мили. Трапу, хан. Сейчас все сбежались. Один голем. Подожди. Второго давай. Разбежались. Разбежались. Звучай, выйти. А, да, да. Дерево. Кат. Пиздец. Ага. Как ну, обычно. Ёпты, блядь. Как смысле? Можно я еще до этого урон получу. Все, не похуй. А что за херня? Слышите, я бить не могу, блядь. Написано, нельзя применить к этой цели. Это что, урофу? Не мобов, никого не могу бить. Берни, мага. Кот, мага, Берни. Кот, спасибо. Народ, слышите? Что за херня? Бить не могу, блядь. Да хуй знает, корн диспел. Киллы работают. Дерево на воде. А у дерева потом мобов. Хотоплёты больше. Следите его вместе просто. Следите их вместе. Блядь, я предупреждал. Короче, не знаю почему, но я не могу бить. Охуй. Разобей хуй. Выйдите. Не, ну бред какой-то просто. Альт-F4 помогает, слышал, Кира. Есть книжка. Так не бьется, блядь. Блядь, ну что за привычка пиздеть во время пула? Я не могу понять, нахуй. Потом решайте это все. Сейчас что мы можем сделать, что ты не можешь бить? Стоп-карт. Дар на воде. А тут гриб. Ты уводишь его, грибочек. Фридом по совместу, да? Отошли, отошли, отошли. Дерево на воде, быстро. Поставь босса в центр, вот что. Вот сюда босс, поставь. Там где-то вот тут, да. Чуть дальше еще. Чтобы было видно лучше. Вот здесь. Каст. Yes. Сразу видно, кто ДПС стакает, блядь. Сведи их вместе, всех вместе свели. Трап поставил там. Работает. Потоплет больше. Бэр меня, его. По грозовому сыгрались. Дар выше. Дерево. Рыбак. Дар на воде. Дерево. Мили. Дерево убейте потом. Трапу. Сокру давай, бой. Лучи. Последнее дерево будет? Да. Так, я предлагаю залить фрея. Да, можно уже. Без Вэлла, бейте Фрейга. Минус от скилл на босса. Хан. Кат. Хан, минус от хил, не забывай. Да. Дерево. У
Бейте сейчас Фрею-то как вылет. Фрею. Все Фрею бьем, да. Под грибами. Фридом дайте мне. Фридом мне дайте. Касс. Дерево сейчас будет. Дерево. За боссом. Дерево за боссом. Жесткие. А только мы ачивку не получили, потому что у нее почему-то не 25 стаков, а 23 сейчас было. Да лол, бля, я еще думал, как и это поэтому ачивы нет. Хуя. Да, ну это спасибо, Сирос. ФКшить будете после пожарника. Посох кому-то надо. Где-то плачет один лог Демайза. Да мне на не любая пушка. Ну понятно. Ну так Ленканис свой масхончик. Какой у тебя сейчас одет? Вижу. Так, рыбу ставлю. Штаны. Пожарного. Паладин жрец еще на ближнем. Тоже. Перчатки, танки надо. Значит, первая группа налево, вторая группа направо, третья группа налево, четвертая группа направо. Яблочкин, я налево, Бармалюга, Шемагонч и Лекса направо. Кстати, Дживсов тут. Куда еще раз вторая? Направо. Спасибо. Так. Дистанция 6 метров. Скорее всего, мы будем стопать ДПС. Виви. У тебя есть рестер? Просто проверить нам один раз. Сидор. Ладно, похуй, пока так. По местам встали. Так там у Балбодина еще что он говорил, холипал. Пока так. Я хочу посмотреть, видит вообще, что происходит. После шока будем стопать ДПС, ждать тушения. После тушения все ко входу. Сбрасываем огонь ко входу. Номчик, остаешься катить огонь. Мы все уходим в центр. Через 10 секунд возвращаемся обратно. Сбрасывать последний огонь перед второй фазой. На второй фазе первый огонь сбрасываем в миле. Все стоим рассредоточены вокруг. Локи
Вы можете поставить.